Друзья и ученики, физкульт-привет! И снова в эфире рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня вопрос, который волнует очень многих, особенно тех, кто вынужден по тем или иным причинам проводить свою тренировку в вечернее время, после учебы, после работы, либо вообще просто вечером уставшим. Как взбодриться, как подготовить себя к вечернему тренингу? На самом деле все очень просто. Если вы грамотный человек, в течение дня соблюдаете все режимы питания, высыпаетесь, то нет никакой сложности в этом, не стоит посыпать голову пеплом. Я сам очень долгое время тренировался подобным образом. Что я вам порекомендую и что сработает на всех вас на 100%? Если у вас есть возможность после работы или после учебы прийти домой, нужно сделать следующее. Выпить заваренную чашечку кофе. Обращаю ваше внимание именно на то, чтобы это был натуральный кофе, не пыль. Пыль, которую мы используем вместо кофе, даст обратный эффект. Либо чашечку зеленого или черного крепкого чая. После этого необходимо лечь на 10-15 минут отдохнуть. Не обязательно спать. Уснете хорошо. Не уснете тоже неплохо. Важно расслабиться. Дать своему телу, а самое главное мозгу расслабиться. Не лечь перед телевизором или перед книгой, или не дай бог перед каким-нибудь гаджетом и лазить в интернете. Нет, не сработает. Нужно лечь и расслабиться. Вы можете за эти 15 минут использовать методики йогов, либо аутотренинг. И часть тела за частью тела мысленно расслабить. Вы успеете восстановиться, и как раз через 10-15 минут сработает эффект от крепкого чая или от кофе, смотря что вы принимаете. Ни в коем случае не принимайте настойки женьшеня, элеотерокока или ливзеи вечером. Это хорошо скажется на тренинге, но отрицательно скажется на последующем сне. Вы просто не сможете заснуть. Итак, друзья, выпили чашечку кофе или чая, легли 10-15 минут, расслабились, отдохнули, встали, и вы будете удивлены, насколько вы будете бодры и готовы к тренингу. Отдохнете физически, отдохнет центральная нервная система, и вы сможете показать хороший результат в тренажерном зале. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы в комментариях или у меня в личку ВКонтакте или в группах ВКонтакте, но на сайте, как многие из вас делают, не задавайте вопросы. На сайте только пишите отзывы ваши и предложения о следующих видео. Я не отвечаю на вопросы на сайте. Мой сайт hmgym.ru, где расположены все мои статьи и видеоролики, совершенно бесплатно. Для тех, друзья, кто не имеет возможности, не имеет времени или желания на то, чтобы изучать необходимость, как грамотно тренироваться, как грамотно строить периодизацию, я настоятельно рекомендую вступить в мою закрытую группу. Вход в нее сейчас составляет всего $150. Это разовый взнос, и вы на протяжении всей вашей жизни, неважно, парень вы или девушка, будете получать грамотные персональные тренировки. Каждую неделю новая тренировка. Кстати, периодизация по принципу различия типов мышечных волокон. Вы знаете, что у нас три типа мышечных волокон. Окислительные, гликолитические и промежуточные. Каждый из этих волокон требует отдельной тренировки на силу, на массу. И отдельно стоят тренировки на выносливость. Я думаю, что большинство из вас грамотные, образованные люди и понимают, что выносливость это не тренировка сердца, это не бег, это даже не аэробика. Тренировка на выносливость это развитие в наших с вами мышцах митохондрий. Чем больше митохондрий в мышцах, тем более выносливым является человек. Пример – сердечная мышца, целиком и полностью окислительная. Никогда не устает, работает. Когда устанет, устанем все мы с вами, раз и навсегда. Друзья, увидимся в тренажерном зале. Соблюдайте технику, соблюдайте режим питания, восстановления и отдыха. На трех этих китах базируется
любой прогресс в любом виде спорта. Кстати, по вашим просьбам, на моем сайте hmgym.ru уже вы можете ознакомиться со статьей «Три основных базовых принципа тренинга». Я знаю, что многие блогеры выкладывали уже подобные видео, у меня тоже были, но вы все равно продолжаете меня больше раскрыть эту тему, и я специально для вас выпустил статью, где рассказываю, показываю, почему, как и что должно быть в нашем с вами тренинге. Скоро будет и видео. Всем пока! Увидимся в тренажерном зале!